Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com, и сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильную магнитолу из Поднебесной MP5-4018. Устройство получило приятный ценник и тем самым попало на полку бюджетных решений. Магнитола поставляется в небольшой упаковке, на которой находится минимальное количество информации. В комплекте идут само устройство, пульт дистанционного управления, два провода для подключения и книжка по эксплуатации. К сожалению, в комплекте нет салазок, необходимых для того, чтобы снять магнитолу, если возникнет такая необходимость. Само устройство очень легкое, весит приблизительно 500 грамм. На передней части устройства находится сама панель, на которой расположились все необходимые кнопки управления и 4,1-дюймовый TFT-дисплей. На задней части устройства расположились разъемы для подключения магнитолы. Основной разъем для питания, разъем для радио и RSA разъем для подключения камеры заднего вида и ТВ-тюнера. Для создания магнитолы использовали не самые качественные материалы. После вскрытия коробки чувствуется запах пластика. Сама сборка неплохая, однако после установки магнитолы в автомобиль оно не полностью закрепилось и остался небольшой люфт. Пришлось прижать бумагой. Теперь давайте о самом главном – настройке и качестве звука. Многие скажут, что звук в большей степени зависит от ваших колонок. Да, это также является важной составляющей, но основной фундамент все же должен быть в начинке и настройке самой магнитолы. В MP5-4018 качество звука мы смогли оценить на 3 балла из 5 возможных. Причин на то много. Во-первых, стандартные настройки MP5-4018 никуда не годятся. Звук режет уши, тусклый, не хватает частот, причем всех трех. Настроить самостоятельно через меню также не привело к положительным результатам. Качество звука немного улучшилось, но все равно осталось на среднем уровне. В MP5-4018 есть возможность выбрать готовые настройки звука. Всего 3 режима – это Classic, Pop и Rock. Однако при их использовании и вовсе хочется выключить устройство. Перейдя в основное меню, вы сможете настроить другие характеристики MP5-4018. Можно поменять подсветку, выбрать язык, кстати, русский присутствует, изменить яркость, контраст и так далее. Другими словами, главное меню неплохо продумано, все доступно и удобно. Подводя итоги, хочется сказать, что автомобильная магнитола MP5-4018 получила под свое управление огромное количество возможностей и функций, да и цена не может не порадовать, всего лишь 40 американских долларов. Неплохая сборка, хороший дизайн, однако без минусов никуда. Дешевые материалы, плохое качество звука. Покупателям придется сделать выбор. Либо вы приобретаете MP5-4018, а вместе с этим получаете многофункциональное устройство не самым хорошим звучанием за небольшие деньги. Либо вы покупаете за ту же сумму обычную магнитолу с достойным звуком, но без всех вышеперечисленных возможностей. Лично нам устройство понравилось. Что касается вас, решать только вам. С подробным обзором на данное устройство вы сможете познакомиться в текстовой части на нашем сайте megaobzor.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо, всем пока-пока!